совершенно очевидно, что наступил новый этап эволюционного развития нашей страны. Все остальное уже ведет к разрушению. Ведь мудрость древних, что говорит? Тотальное насилие ведет к тотальному разрушению. Властвование и себелюбие ведет к духовному обещанию с моей женой и со мной. Власть переступила самое святое, что может быть. Она растоптала святыни, которые не могут быть растоптаны. Это надо понять. И вот это надо понять, что надо отступить перед глубиной низости, мрака и тьмы. Она сегодня владеет. Мы должны дать возможность выйти на свободу светлому началу в каждом человеке. Добру, которое есть в каждом человеке. Вечному огоньку сердца, которое есть в каждом человеке. К этому я призываю Лукашенко. И, как вы понимаете, меня лично, особенно после смерти моей жены, не волнует, буду я в тюрьме или буду я здесь. Конечно, лучше, чтобы я был на свободе. Но я был и остаюсь всегда свободным. Я же повторил, и могу вам сказать, что свобода – это понятие внутреннее, это не внешнее. Не важно, где находится человек. Вот здесь на свободе или в тюрьме. Важно, что мы внутри. Я никогда рабом не был, никогда на колени не вставал и не встану. Поэтому, в тюрьме я был и остаюсь свободным. А вопрос моего уже технологического освобождения – это вопрос уже гораздо более широким, чем просто проблема освобождения Казуги. Это вопрос цивилизации. Сейчас идет борьба цивилизационных проблем. То есть так получилось, что на мне сосредоточился сгусток этой цивилизационной проблемы. И вопрос решается, что побеждает? Человеколюбие, сострадание, милосердие, добро, свет, либо вот эта злоба, ярость, ненависть, жестокость и все остальное, что с этим связано. И если Лукашенко готов показать всему миру, он уже показал всему миру, но что он из себя представляет? Возможно, он захочет показать другую сторону самого себя. Потому что в данном случае Лукашенко показывает самого себя, что он из себя представляет. И это слишком очевидно. Мне предлагали все, что угодно. Да? И, как вы понимаете, отъезд в Германию был связан именно с тем, чтобы я не занимался политикой. То есть меня хотели предоставить мне хорошую жизнь за границей, взамен того, чтобы я уехал со стороны и не занимался политической деятельностью. Мне предлагали с золотой год. Но я сказал, что проблема же ведь не только в моей семье. Сегодня горе и проблемы в каждой семье, практически в каждой семье белорусов. И сегодня, каждая семья белорусов – это моя семья. И я не могу позволить себе решать таким образом вопросы. Я в тюрьму шел осознанно. Меня предупреждали, чтобы я уехал, чтобы будет все в порядке. Поэтому как я могу ехать со своей стороны? Нет. От меня уже никому никуда не деться.